Приходи, налетай, в черную пятницу раскупай. С июня и до конца года магазин «Единорог Маркет», производитель лысинской посуды, запускает акцию «Черная пятница». Каждую пятницу скидка 20% на всю эмалированную и нержавеющую посуду. Каждый месяц с 15 числа скидка 5% на напольные, газовые и электрические плиты производства «Лысьва». Ждем всех за покупками с 10 до 18 часов. Торговый центр «Центр», улица Карла Маркса, 14А. Телефон 384-00. Самые последние новинки солнцезащитных очков с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Ваши глаза будут надежно защищены. Приходите и выбирайте. Магазин «Оптика», улица Голованова, 83. «Оптика для всей семьи», улица Ленина, 71. Компания «Профкомплект Центр» предлагает. Сайдинг, металлосайдинг, виниловый сайдинг, поликарбонат, профнастил, металлочерепицу и андулин по лучшей цене. Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально. Компания «Профкомплект Центр», Кунгур, улица Свободы, 147. Телефон 8-950-441-78-94. Выгодные вклады от «Металлинвестбанка». Ставки до 7,1% годовых. Подробнее на metalinvestbank.ru или по телефону 8-800-250-97-97. ПАО «Металлинвестбанк», лицензия 2440. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Не поджигай траву. Огонь может перекинуться на деревья. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони 8 800 100 ровно 9400. В селе Ленск Кунгурского округа подходит к завершению ремонт водопроводной сети по улице Калинина. Старые трубы давно пришли в негодность. Ржавые сети нередко приносили неудобства жителям, то порываясь, то не давая необходимого давления. Решить вопрос удалось коллективно. Администрация поселения объявила о возможности участия в проекте самообложения граждан. Жители без раздумий поддержали инициативу. Был проведен референдум. В общей сложности населением было собрано 106 тысяч рублей. И на каждый собранный рубль из краевого бюджета было выделено 5 рублей дополнительно. То есть в общей сложности 530 тысяч. Ну вот на данные средства сейчас проводятся работы по капитальному ремонту, по замене водопроводных сетей. Как говорят сами жители, в селе большая проблема с водопроводными сетями. Их процент износа уже довольно велик. На сегодняшний день по проекту заменено порядка 200 метров ветхих труб. В работе у подрядчика, которым выступил индивидуальный предприниматель Владимир Култышев, еще 400 метров. Да, сейчас экскаватор придет, второй привезут песок, вот, немножко подсыплют, подобьют трубу, и все, и закопают вон как там. У нас идет замена, она уже была. Там только вот двум жителям прокопали. Вновь, у которых не было воды в дома, мы их прокопали. В летний зной рабочие укладывают на несколько метров в глубину новую пластиковую трубу. Полиэтилен низкого давления прослужит намного дольше, говорят строители. Материал довольно прочный, а значит, проблема с порывами на этом участке будет решена раз и навсегда. Магистральная труба запитает сразу несколько соседних улиц. О поддержке инициатив граждан высказался губернатор региона Дмитрий Махонин. Если не создавать инфраструктуру, люди будут уезжать. Наша задача – создать для них комфортные условия для жизни в своих территориях. Мы ждем от вас любых инициатив и готовы оказывать поддержку из бюджета. Напомним, правительство Пермского края совместно с органами местного самоуправления приступило к реализации проекта по активизации института самообложения граждан, начиная с 2011 года. В 2021 бюджет региона добавил к средствам жителей ряда поселений 18,5 миллионов рублей, поддержав тем самым 32 проекта. Новые объекты – водопровод, освещение, дороги, детские, спортивные площадки и многое другое – результат совместной работы жителей и органов власти. С
Спонсор показа дневников фестиваля ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в Кунгуре. Ставки по вкладам выросли. «Металлинвестбанк». Используйте свои сбережения максимально эффективно. Не только в воздухе проходят баталии, но и на воде. Воздухоплаватель – солдат универсальный и обладает знаниями разных видов боя. Перед началом военных действий нужно как следует подготовить катамаран и укрепить боевой дух, чему способствует музыка. Сзади на катамаране была привязана нитка, и один катамаран должен зайти с тыла в другой катамаран и порвать эту нитку, да. Таким образом, водное судно считается уничтоженным. Бои прошли очень весело, хорошо, 3 часа, никто не вылазил из воды. Вот, и итог водных баталий 2-1 в пользу красных. Но здесь, получается, красные наконец-то берут реванш. Да, получается, что красные на воде сражаются лучше, чем в воздухе пока что. Вечером, чуть позже, чем обычно, в 21:30 общий взлет. Воздухоплаватели собираются у стелы, чтобы обсудить детали полета. Баталии продолжаются. На борту каждого аэростата есть воздушно-военные туристы, которые ждут своего часа взмыть в небо. Была такая мысль, не скажу, что прям мечта, но желание было. Все время смотрела на Каппадокию, там как это все красиво, классно. Вообще, на самом деле, я очень боюсь высоты, я даже не знаю, какие у меня будут эмоции, какая реакция организма, но почему-то именно лететь на шаре я не боюсь. То есть прыгать, например, с парашютом я очень сильно боюсь, никогда, думаю, этого не сделаю. А вот на шаре я прям давно хотела и очень рада, что выдалась такая возможность. Но я ожидаю каких-то новых впечатлений, эмоций. Вообще, это была моя мечта, и первый раз в жизни я полечу на воздушном шаре. Возможность лететь как птица, возможность почувствовать, что я взлетаю не только душой, но и физически, телом. Ну, это, наверное, какой-то простор, свобода и отвлечение от каких-то проблем и мыслей. И вообще, ну, это какое-то, знаете, хочется именно ощущения полета. Мне кажется, что вот как не на воздушном шаре можно ощутить вот эти вот, ну, не знаю, полет птицы, наверное, с чем это сравнить? Ну, я вот когда прилечу, потом мне будет уже понятнее. Валентина вместе с семьей приехала из Свердловской области. Она давно мечтала о полете на тепловом аэростате. В этом году ее желание сбылось. Муж подарил ей эту возможность. Мечтал это все время. У меня прилететь. Я сделал вот подарок. Пока летит. Вернемся к теме баталий. В этот день, помимо стандартных объектов, мостов, танков, стадионов, есть еще и водные цели – катамараны. Они плывут друг за другом с разницей в 15 минут, а тепловые аэростаты могут приводняться и дожидаться флот на пляже. Наземный помощник Федор бомбит катамаран с моста. А сейчас мы будем бомбить этот катер. Мы получим за него несколько призовых очков, но именно сейчас нужно будет сделать так, чтобы маркер был ровным, ровно на него. Что вы к мирным заплывете? Айда сюда! Давай, 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 давай. Да!
Этот трюк он повторял и в прошлые года, но, к сожалению, для Федора на этих баталиях такая помощь по правилам запрещена. Поэтому в общий зачет очки не пойдут. Но зато сколько эмоций, однозначно, приз зрительских симпатий. Я синий катамаран подбил. А, ты подбил? Да, я как резервная армия же играю. И ты мне ни маркиров, ничего не оставил. Вот там синяя команда вдоль дороги стоит. Борт номер один не торопится на посадку. Андрей Вертипрахов дарит эмоции своим пассажирам. В какой-то момент слышу, в корзине аэростата «Пермский край» включили гимн нашего региона. Поют, смеются, радуются. Максимум впечатлений. Приземлились точно к Ирге, которую уже облюбовал Иван Маевский. Сладкая посадка. Это просто круто! Так классно вообще! Всем рекомендую! Следующий. Просто сказка, эмоции зашкаливают. Очень круто. А что? Мощь! Что всех больше понравилось? Ягоды. Мы искупались в сливе. Это было очень здорово. Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди, судьбой дано. Нам вместе за руку идти с седой ура! Ура! Ты с нами навсегда, наш Пермский край! Накануне в Кунгуре произошло ДТП при участии несовершеннолетнего водителя мотоцикла. В вечернее время на улице Прорывная вблизи дома 65 10-летний мотоциклист, управляя Kia Mini, грубо нарушил правила дорожного движения, не пропустив автомобиль марки Volkswagen Touareg, приближающийся справа на перекрестке равнозначных дорог. В результате столкновения ребенок получил телесное повреждение. Госавтоинспекция напоминает, что к управлению транспортными средствами допускаются лица, имеющие право соответствующей категории. В случае нарушителю грозит административный штраф в размере 3000 рублей. Дорожная полиция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, при покупке грамотно изучать инструкцию, технические характеристики мототранспорта, напоминает Кунгурский отдел ГИБДД. В Кунгурском округе пройдут довыборы в местную думу. Это решение принято территориальной избирательной комиссией в понедельник 28 июня. Довыборы состоятся лишь по 5-му двухмандатному избирательному округу. Место здесь стало вакантным после того, как избранный депутат Лариса Елтышева сложила свои полномочия, перейдя на должность председателя контрольно-счетной палаты. С большей долей вероятности участниками предвыборной гонки по 5-му округу станут Андрей Елтышев, ранее уступивший всего несколько голосов Ольге Вшивковой, а также ряд кандидатов, не сумевших занять вакантное место в Кунгурской думе прошлой весной. Из решения территориальной избирательной комиссии следует, дополнительные выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября, сообщает сайт «Кунгур сегодня». На территории Кунгурского округа желающих привиться от COVID-19 выросло вдвое. В связи с высоким спросом сотрудники прививочной бригады Кунгурской больницы ежедневно выезжают в сельские населенные пункты для вакцинации местных жителей. Так, если в деревне или поселке имеется ФАП или сельская врачебная амбулатория, то иммунизация проводится там по предварительной записи, которую обеспечивают местные медики. Есть выходы для жителей тех пунктов, где лечебного учреждения и вовсе нет. Здесь прививки делают в мобильном пункте, которым служит специально оборудование. Автобус. Как рассказали специалисты, на прошлой неделе прививки сделали жителям села Калинина и сотрудникам местного психоневрологического интерната, что составило почти 80 человек. А на этой неделе иммунизацию провели в селе Бумок, где препарат получили 3 десятка пациентов. Общее количество вакцинированных в Кунгурской больнице составляет без малого 8 тысяч человек, информирует сайт оперштаба по коронавирусу в Пермском крае. Будь активным, прими участие в забеге. В грядущее воскресенье 4 июля в деревне Парашино состоится Кунгурский трейл-полумарафон 2021. Старт будет дан по адресу улица Молодежная, 2А, 1 в 11 часов. Регистрация начнется в 10:00. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 5, 10 и 21 километр. Организаторы отмечают, будет действовать организационный сбор. В оплату регистрационного взноса входит следующее. Подготовка трассы, оплата судейства, обслуживание на пунктах питания непосредственно на трассе, развлекательная программа и, конечно, эксклюзивная медаль после финиша.
на въезде в Кунгур встречают гостей нашего города, которые пользуются автомобилем или автобусом, а в период проведения небесной ярмарки еще и пилотов, которые выбирают эту площадку для взлета аэростата. В руках мастер держит символы Кунгура. В одной руке это рог изобилия, во второй – сталагмиты, которые символизируют Кунгурскую ледяную пещеру. Все это символы богатства кунгурской земли. На контрасте фанера у основания вся сломана, ее обломки лежат рядом со стелой. Кроме того, сюда уже начали складывать мусор. Да, и штукатурка на самой стеле отваливается, а между плиток на площадке растут сорняки. В общем, реконструкция нужна всему комплексу. Создать первое впечатление второй раз не получится, поэтому хочется, чтобы гостей нашего города встречала красивая стела. Кстати, через 2 года Кунгур исполнится 360 лет, и, возможно, обновление стелы станет подарком для кунгуряков и туристов. Детскую сказку «Репка», наверное, знает каждый. По сюжету дед, чтобы достать репу, зовет себе помощников, а наши внимательные телезрители подсказали, что как раз одного из таких помощников здесь и не хватает. Мы решили узнать, настолько же внимательны гости деревни Ермака, и подскажут ли они нам, какого героя здесь не хватает. Может, это есть там в конце? Может. Как относится к тому, что здесь нет мышки? Что сделать нужно с скульптурой? Сделать ее. Или кого-нибудь человечка представить и сфотографироваться, будет мышка. Вот как раз одного из решающих персонажей мышки здесь и не хватает. А когда дело касается общего успеха, важен каждый участник. Пока в деревне Ермака деревянная скульптура пропала, здесь во дворе Полейна 59 они наоборот появились. На днях мастер, который решил остаться анонимным, закончил работу, и спиленные тополя получили вторую жизнь. На каждой скульптуре есть табличка с названием. Все они посвящены временам года. Эта весна, на мой взгляд, очень похожа на младенца в люльке. Дальше лето и осень в виде девушки с лебедем и 2 женщин. А зима представлена в виде 2 пожилых людей. В спиленных тополях нашла отражение фантазия художника, которая теперь будет радовать всех прохожих. Сейчас немаловажно еще и то, чтобы убрали остатки тополей за самими скульптурами и окончательно расчистили двор. Думаю, многим кунгурякам стоит взять этот двор за образец и также украшать свои. Но чтобы он окончательно стал примером, необходимо сначала убрать такие мелочи, как остатки деревьев. Закрытие небесной ярмарки 2021 в привычном для зрителей формате не будет. 19-й международный фестиваль воздухоплавания проходит нынче усеченно. Если открытие состоялось в ограниченном для зрителей режиме, когда на трибуны смогли попасть только гости, имеющие отрицательный ПЦР-тест, то финальное мероприятие пройдет полностью без зрителей. 3 июля состоится подведение спортивных итогов фестиваля, где наградят пилотов по итогам прошедших воздушных баталий и индивидуальных первенств. Увидеть все своими глазами можно будет в специальном прямом эфире с главной площадки фестиваля – стадиона «Труд». Зрителей, которые подключатся к нам на церемонию награждения, в конце ждет сюрприз. При хорошей погоде тепловые аэростаты покажут завораживающий танец слонов. Ссылка на прямой эфир появится 3 июля. Трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе «Кунгур ТВ» во ВКонтакте, а также в сообществе «Небесная ярмарка» и других городских пабликах. Параллельно с этим закрытием можно посмотреть в эфире кабельного ТВ «Котельниково». Лужи покрывает лед. Помнишь, мы с тобою целовались ночи напролет под шум прибоя. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Я как парус, в этом мире только мы одни. Я как август, и мы с тобою влюблены. Но расстаться нам с тобой пришлось, кончилась путь.
кубка и вагон плацкартный меня нес. Снова юка кубку. Не забуду ночи при луне, не забуду ночи при луне, не забуду и твою. Июля в Кунгуре облачно. Температура воздуха ночью плюс 22, днем плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Потерялся шпиц. Девочка в возрасте с клеймом. Нуждается в лечении, возможно, украли. Территориально Машановская пристань, улица Труда. Возможно, у ваших соседей появился такой. Будем рады любой информации. Телефон 8 950 441 81 40. Честный человек – это кто, вот, например, разбил кружку, и он признался. Это честный человек. Честный человек – это тот, кто никогда не обманывает. Если человек будет говорить неправду, то в следующий раз в тяжелую минуту человек может не поверить. Ну, честный человек – это который не врет, не нарушает закон. Это такой человек, кто не обманывает людей. Это тот, кто все время делает добрые дела, делится с кем-то. Честный человек – тот, кто не ворует. Честными должны быть абсолютно все люди. Честными должны быть все. Я думаю, каждый из нас. Вообще во всех профессиях честность важна. Ну, честным человеком должны быть все люди. Ну, в первую очередь те, кто работают во власти. Взятка – это когда ты взял
и должен потом это вернуть. Если ты не вернешь, то это плохо. Если возвращаешь, то это нормально. Взятка – это когда ты, например, не хочешь делать контрольную, приходишь к учителю и говоришь: «Учитель, держите конфетку», а сам не пишет. А учитель говорит: «Наверное, вкусная конфетка, но также неправильно, нужно все равно учиться». Взятка – это деньги или какие-нибудь другие ценности, которые один человек дает другому для того, чтобы тот выполнил какую-то его просьбу или сделал какое-нибудь дело. Тогда предлагают как подарок только для каких-то целей определенных. Ну, наверное, это что-то незаконное. Взятка – это какое-то вознаграждение за услугу, часто противоречащее закону. Допустим, человек может стоять в последней очереди, а взяточник продает первое место человеку за деньги. Это когда один человек дает другому деньги, чтобы тот совершил какие-то дела. Взятка – это вот какой-нибудь человек идет и сделал что-нибудь плохое, а другой человек подходит и говорит: «Ты что наделал?», а он говорит: «Дай мне денег, я все закрою». Ну, допустим, человек что-то хочет, но просто так это, просто так ему это не дадут или не сделают ему. И он нелегально дает подарок, чтобы ему это сделали или дали. Любые дорогие вещи, золотые вещи. Или вообще даже автомобиль, например. Ну, деньги могут дать, могут. Ну, вообще любую вещь могут дать какую-нибудь там. Может, еду могут дать, одежду дать могут. Я считаю, что это очень плохо и даже идет против закона. Наверное, это плохо. Плохо. Потому что это нечестно и уголовно наказуемо. Конечно же, брать или давать взятку – это плохо, потому что это несправедливо и нечестно по отношению к другим людям. А потому что взятка – это плохая привычка. Я бы не стала давать или брать взятку. Нет. Ну, я бы точно не взял, потому что я не хочу как-то нарушать закон и делать какие-то нехорошие дела. Потому что это, во-первых, незаконно, во-вторых, несправедливо. За это будут судить, а потом садить в тюрьму.